Партнер проекта – кредитный потребительский кооператив «Судосберегательный центр «Золотой век». Добрый день! Половина заемщиков берет кредиты наличными, чтобы расплатиться со старыми долгами. Это результаты исследования Объединенного кредитного бюро за первые два месяца этого года. Таким заемщикам чаще нужны не очень большие суммы – до 50 тысяч рублей. О чем это говорит? Люди с невысокими доходами, попавшие в кредитную кабалу, строят этакую персональную финансовую пирамиду, только увеличивая свою кредитную нагрузку и еще больше ухудшая свое финансовое состояние. Запрос «Как перекредитоваться» лидирует в поисковых сервисах. Главный совет, который дают эксперты, если вы или ваш супруг, к примеру, оказались без работы или в другой сложной жизненной ситуации, постарайтесь сообщить об этом банку как можно раньше и договориться о рассрочке. Не платите сразу и не пытайтесь взять новый кредит, чтобы расплатиться со старым, если вашу зарплату урезали. Основное правило – если вам приходится отдавать на выплату долгов 40% зарплаты и более, вы становитесь уязвимы в случае потери дохода. Время от времени на пермском рынке появляются различные организации, которые предлагают услуги по избавлению от кредитного бремени. К сожалению, обещая взять ваши долги на себя, они чаще всего лукавят. Это правило денег.